Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать вот такую шапочку для новорожденного и пинеточки. В первой части мы связали с вами вот такую шапочку для малыша. В этой части, во второй, я вам покажу, как связать вот такие пинеточки. Пинеточки вам давайте покажу, можно еще вот в таком цвете сделать. Ну, допустим, там какие у вас ниточки есть. Разные варианты вам покажу. И можно разным декором оформить. Так, итак, в этой части будем вязать пинеточки. По подошве пинетки 9 сантиметров. Вязала я их в одну нить. Так, в одну нить. Чулочными, извиняюсь, спицами, все уже столько проектов в голове, чулочными спицами номер 3, пряжа Ализе Шикарим Бэби, это 100% акрил, белый цвет 55, бирюзовый 124, в 100 граммах 320 метров. Давайте начнем вязать пинеточки. Набираем на спицы 30 петель вместе с кромочными, любым доступным вам способом. 2, 3, 4. Набрала 30 петель. И теперь нам нужно провязать 2 ряда лицевыми петлями. Спицу одну вытягиваем, кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевыми. Первый ряд провязываем лицевыми, переворачиваем вязание и еще ряд лицевыми. Третий ряд кромочную снимаем. Одна лицевая петля. Делаем накид, вот так вот я делаю накид, как бы сзади ниточку. 12 лицевых петель, 2 лицевые петли, 12 лицевых петель. Накид и 1 лицевая петля и кромочная. Четвертый ряд и все четные ряды будем провязывать лицевыми. Кромочную сняли, провязали 1 лицевую, и там, где мы делали накид, мы его будем провязывать за заднюю стеночку, чтобы у нас не получилось дырочки. И дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. Все накиды во всех четных рядах будем провязывать за заднюю стенку. Еще раз показываю. Вот таким образом. Довязали четвертый ряд, переворачиваем. Так, и вяжем пятый ряд, кромочную снимаем, 2 лицевые петли, накид, 12 лицевых петель, накид, 4 лицевые, 12 лицевых петель. Снова накид и 2 лицевые петли и кромочная. Кромочную можно провязывать изнаночной, можно лицевой. Я всегда вяжу лицевой, мне почему-то так привычнее и удобнее. Шестой ряд мы вяжем по рисунку, все лицевые петли и накиды провязываем за заднюю стенку. Вяжем шестой ряд. Седьмой ряд кромочную снимаем, 3 лицевые петли.
накид 12 лицевых петель. Накид 6 лицевых петель, накид 12 лицевых, накид 3 лицевые петли и кромочная. Восьмой ряд вяжем все лицевые петли. Девятый ряд 1 кромочная, 4 лицевых, накид 12 лицевых, накид 8 лицевых, накид 12 лицевых, накид 4 лицевые петли и кромочная. Десятый ряд вяжем все лицевые петли. Одиннадцатый ряд, извиняюсь, 1 кромочная, 5 лицевых, накид 12 лицевых, накид 10 лицевых, накид 12 лицевых, накид 5 лицевых и 1 кромочная. С 12 ряда по 18 вяжем все лицевые петли, с 12 по 18. Провязали 18 рядов. Со следующего ряда начинаем делать убавочки и будем формировать мысок пинетки. Кромочную петлю снимаем, провязываем 14 лицевых петель, тут накидов уже больше нигде не делаем. Дальше провязываем 20 петель по 2 петли вместе, то есть 10 раз, 2 петельки за заднюю стенку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И дальше вяжем 14 лицевых петель. И кромочная. Провязали 19 рядов, 20, 21 и 22 ряды вяжем все лицевые петельки. Провязали 22 ряда, в 23 ряду снова делаем убавки. Кромочную снимаем, 14 лицевых провязываем. И дальше нам нужно будет провязать 10 петель по 2 вместе, то есть 5 раз. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова 14 лицевых.
и кромочные. Так, провязали 23 ряд, 24, 25 и 26 все лицевые петельки вяжем. 27 ряд, и в этом ряду мы будем делать последние убавки. Кромочную снимаем, 14 лицевых провязываем. И дальше вяжем 2 петельки вместе. 1 лицевая петля, 2 петельки вместе. И 14 лицевых петель. И кромочная. И 28 ряд вяжем просто все лицевые петельки. Итак, мы провязали основную часть пинеточки. Вот такой мысок у нас образовался. Теперь ниточку можно обстричь. Можете, конечно, продолжать этой же нитью вязать, если вы хотите однотонную пинеточку. Но я буду вязать контрастной. Беру бирюзовую ниточку. Так, и начинаем вязать. Так, провязывать будем сразу с первой петельки. Вот эту кромочную тоже мы провязываем лицевой. Так, ну я ее не считаю. Я начинаю следующую вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Резинка 1 на 1. И так продолжаем вязать. Далее нам нужно провязать высоту 20 рядов. Резиночкой 1 на 1. Вязание перевернем и дальше вяжем уже по рисунку, смотрим, где у нас лицевая петля лицевой, изнаночная, изнаночная. Это мы вяжем сейчас первый ряд. Вяжем самостоятельно высоту 20 рядов. Провязали 20 рядов резиночкой. И еще нам нужно провязать 2 ряда лицевыми петлями. Лицевой ряд провязываем, переворачиваем и еще ряд лицевой. Провязали 2 ряда лицевыми, и теперь нам нужно закрыть петли. 2 петельки провязываем вместе и возвращаем эту петлю на спицу. Следующие, также 2 петельки мы провязываем снова вместе и опять возвращаем на спицу. И вот таким образом будем закрывать. Сильно не стягивайте край, так вот, чтобы средняя такая плотность у вас получалась. Потому что если сильно стянуть, то потом малыша ножку просто не пройдет. И вот так все петельки нужно будет закрыть. Закрыли все петельки. Последняя у нас осталась. Обрезаем нить. Чуть-чуть подлиннее, чтобы нам хватило сшить край вот этим цветом ниточки. Примерно вот так я обрезала. Так, эту ниточку мы продеваем через петельку и затягиваем. Теперь выворачиваем лицевой стороной внутрь. Тут, в принципе, и та, и та сторона одинаковые, но, ну, может быть, где-то узелочки у вас какие-то были, чтобы у вас они вот с этой стороны, где мы будем зашивать, оказались. Теперь берем иглу и вставляем ниточку в иголку и начинаем сшивать край. Смотрим, вот идет цепочка по краю, и здесь такая же цепочка. Нам нужно будет захватывать по две стеночки. Сначала мы иголочку вводим вот сюда, вот в крайнюю петельку, и смотрим, вот две стеночки и вот две стеночки. Я их прошиваю. Следующие две стеночки также я прошиваю. И нужно будет так вот прошить весь край.
дойдете до сюда, переоденете нить на другой цвет, если вы меняли, и также прошьете. И нам осталось связать еще вот такой шнурочек, завязочку. Это просто воздушные петельки самым обычным способом, при помощи крючка, вот таким образом провязываем петельки. Вяжем цепочку из воздушных петелек длиной 40 сантиметров. Нам таких нужно 2 штучки связать. Пинеточки довязывала вечером. Извиняюсь, если качество не очень. Вот такие пинетки получились. С помощью крючка я продела шнурочек по пинеточке. Ну и одела на форму, чтобы вам нагляднее показать. Так, вот такая подошва. Можно их декорировать. Для мальчиков, допустим, у меня есть вот такие машинки. Там, либо еще что-то у вас. Там, может быть, какие-то бусины или еще что-то. Если девочкам вязали цветочки, можно связать цветочек крючком. Вот пинетки готовы. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.